сидим, не работаем. Думаем, как проводить мышь этого года. Ну, а голову! Мысли не приехали! А что вы ее до сих пор не провели? Ольга Ивановна, куда мышь? Мы же еще не придумали! Да, к 12 часам, как бы, символ года новый. Ой! И где мы этот символ года найдем? Придумала! Поехали! Одеваемся! Символ года у нас есть,
Осталось только пожелать всего только самого хорошего в новом году. Жишь подольше, не стареть! Не назад, вперед смотреть. Несмотря на года, быть веселыми всегда. Здоровья! Успехов! С наступающим Новым годом, дорогие друзья!